Здравствуйте, дорогие зрители! Пренебрежение разминкой в течение рабочего дня чревато появлением болей в спине, суставов и ухудшению зрения. Также в дальнейшем могут появиться головные боли, мигрени, остеохондроз, боли в сердце и другие заболевания. Я вас напугала? Давайте скорее начнем делать упражнения, которые избавят вас от болевых ощущений и продлят вам здоровье. Для этого упражнения вам всего лишь понадобится стул и немного свободного времени. Пожалуйста, повернитесь лицом к стулу, поставьте кисти на ширине плечевого пояса, это от одного плечевого сустава до другого. Так, делайте опору на ладони, вытягивайте ноги, делайте глубокий вдох и на выдохе пятками потянитесь назад. Вы сейчас сильно-сильно растягиваете икроножную мышцу, подколенные сухожилия, вдох, потянитесь вперед, перенесите вес тела на руки сильнее, сохраняйте вытянутое ровное положение корпуса, подтягивайте живот, таз держите ровно, еще вперед потянулись, остановитесь в среднем положении. Вы уже привыкли, почувствовали центр тяжести, вес тела распределен равномерно. Пожалуйста, поднимите правую ногу и вытяните стопу хорошенько, сейчас тянется вся нога и передняя, и задняя поверхность, опускаем, меняем ногу. Делайте не торопясь, сконцентрируйте внимание на дыхании. Амплитуду не надо сильно увеличивать, чтобы не было лишнего прогиба в поясничном отделе. Правая нога, левая нога. И еще раз. Так. И еще один сложный вариант. Поднимаем одну ногу и переносим вес тела на руки. Делаем такие же качели вперед-назад. Сделайте хотя бы 4 раза на одну ногу. Меняем. Так. И на вторую ногу то же самое. Не торопитесь, делайте плавно, следите за дыханием. Для полноценной разминки после этого упражнения лучше всего сделать приседание, или, как говорят хореографы, плие в третьей позиции. Каждую минуту следите за своим здоровьем. Спасибо за внимание!